Права 260 дольщиков были восстановлены в Анапе в прошлом году. Эти цифры озвучили на межведомственном совещании, которое провели мэр курорта Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Сергей Чкаров. Сейчас продолжается работа по пресечению самовольного строительства. За прошлый год было подано 171 заявление в суд. По 56 из них уже вынесены решения в первой инстанции. Кроме того, на заседании обсудили итоги работы муниципального контроля. Насыщенная повестка. Однозначно мы это сделаем результатом протокола нашего с вами совместного совещания к четкому исполнению. Я, Сергей Михайлович, вам благодарен за вашу позицию, принципиальную позицию во всех важных для города вопросах, потому что здесь однозначно так и должно быть, только вместе и исполнительная, законодательная власть, надзорные органы. Все те процессы и вопросы, которые в городе есть, мы должны на них вместе как раз и реагировать и обращать внимание. Уверен, что вот и наши меры, которые мы принимаем здесь, на наших международных совещаниях, и те предложения, которые мы вносим и в проект бюджета, внесли уже в проект бюджета на 2024 год, и как бы есть определенные веяния, то, что бюджет чуть-чуть формировать с точки зрения необходимости для этих исполнительных производств, для исполнения этих судебных решений определенных сумм, я думаю, конечно, будем корректировать на протяжении этого года.